Збочинець. Так само, головне, самовлюблений такой. Ти мені не відповідаєш на смс. Думаю, от це нічого собі. Я нікого не ищу. Это раз. А во-вторых, то, что ты там... это Миша, 23, твой поклонник, офигенный. Спасибо большое, Миша. Дякую велике. Я тебе просто попросила, не надо мне помогать. А то ты там наговоришь в других эфирах обо мне гадости там, или чего-нибудь. Не надо этого делать. Ну, пиарься, выходи в эфир, сам там делая гадости с других людей, говорить не надо. И о том, что там бывшая, не бывшая. Навешивать все чужие медали тоже не надо, понимаешь? Ладно, вот отлично. А потом вот так слухи распускаются. Человек нормальный, а вы там неплохой пойми, из кого из него делаете. Почему эти русские красивые девушки? Ну, вообще-то я украинка, на минутку. Балакаю на російській мові, бо мені так зручно. Я все життя балакаю на російській мові. Может быть. Может быть, я найду. По поводу мовы ничего мне не кажите. Покажу сразу. Вы выглядите. Спасибо. А вы слышите, у меня соседи пиздуются. Когда каждый день? Слышите? Привет. Каждый день пиздуются. Бля, их не заебало нахуй? Как так можно жить? Это лучше жить одной, чем вот так вот. Не слышно? Ёбните. Как так можно жить? Угу. Hello. Поделился эфиром. Спасибо. Каждый день. Реально каждый день. Я вообще не знаю, как так можно жить. Они каждый день пиздуются. С самого утра и до вечера. Что за жизнь, блядь, такая? Она орёт, то он орёт, то она его пиздует, то он её. Так потом, а потом песни поют, понимаешь, и в Соньку шпилят. Ну, не слышно. Малый уже даже на звуковое записывал, потому что мы уже хотели в группу дома сбрасывать. Это просто трэш. О, слышите, не? Спасибо большое. Семья мазохиста. Угу. Какой-то удар был, да? Мне серьезно пиздуется. Но иногда мне ее жалко, потому что, ну, типа, блядь, ну, она же женщина все равно. Кто там кого доводит, я не знаю, может, она не права. Но каждый день такое. Ну, я уже, типа, сразу думала, что... Нет, когда они занимаются сексом, это слышно. А когда они пиздуются просто, это тоже слышно. Но не кричат. Мои сообщения не видно. Я тебе напишу сейчас после эфира, хорошо?
Ну, короче. Соседи дерутся, а я подслушиваю. Я даже телевизор не выключаю на ночь, чтобы не слышать это все замеса. И так каждый день. Да, я напишу. Тебе, да, не скучно. Мне можно не ходить в Comedy Club или куда там, на стендап. Жесть, у соседей, да. Короче, это как-то еду, сажусь в лифт, дома холодно, отопления нет. Ну, реально холодно. Сижу такая, захожу в лифт, думаю, ну и чувак заходит. А что они так? Это у них любовь такая. Говорю, здравствуйте, а я его не знаю. Я говорю, вы здесь живете? А он говорит, да. А я говорю, скажите, у вас дома холодно? Он мне такой, не знаю. И вышел. Я думаю, это мне аж обрадовался. Что тебе? Ну, короче, и я такая думаю, боже, такое ощущение, что я к нему домой попросилась погреться. Знаешь, такой перепуганный. Нет. Думаю, мне напишешь. Или может за отдыха. Не, ну, вышел. После эфира. А. Это сосед. Не, я не знаю, какой это сосед. Я вот этих соседей своих даже никогда не видела. Ну, вообще, типа, я не знаю, кто они такие. Охи-эхи. Я один раз, блин, даже пиздеть не буду. Они дрались, а я уже прыгала на кровати, просто скакала. Но у меня кровать не скрипит, типа, и ничего, никаких звуков я им не могу издать, потому что я же стучать по стене не буду, понимаешь? Ты на съемную, Коль? Да, на съемную. Так что тут просто трэш. Стагнаты там? Не, ну я ж не актер одного театра, понимаешь? Там, ну здрасте, ребят. Ну я ж вообще не буду. Все равно они помирятся сегодня-завтра, а мне вот это... Зачем оно мне надо? Красный медведь, ты знаешь, это соседи. Может, это случайно прохожие. Нет, ну я спросила, у него здесь в этом доме живете. Звук перфоратор. Не, это они любители утра перфоратор. А я нет. Да я поняла, они меня просто веселят. Чтобы я не скучала просто. Может, что? Саша не увидела. Борьбой за ним. Может быть? Может, они борцы? А, на трусы. На нижнее белье. На стройка. Не. Вон ее переходил. Нет, сейчас он ее пиздит. Вон ее старше. Борьбой со мной, да. Да не, под одеялом не так. Итальянцы. Может быть. У каждого же свое, правильно. Как, кто как хочет, так и дрочит, правильно? У них по-своему. Да, ей больно. Она кричит, что ей больно. Капец. Просто капец. Под одеялом. Да. Я просто завидую. Какие планы на выходные. Пойду в гости к родителям. Завтра.